Всем приветики! Мы продолжаем. Продолжаем. Что тебя смутило в этом слове? Не знаю, я не придумала, что дальше сказать. Ну, столько времени было придумать. В общем, мы продолжаем наш кап один на один. Не наша, Санлайта. Кап Санлайта один на один. А сейчас будет играться третья игра между Филом и Майнексом. Карта у нас болотная лихорадка. Ой. Не гачат, свернулась случайно. Вот бита для крикета. Просмотрели первую атаку? Ну да, пока Майнекс сделал скид ханта. Есть в этих домах кто живой? Охотник! Народ, вы меня забыли! Так, я везде запилил эти объявки. О, песенка. Что-то Майнекс терпел это, не запускал лодку. Ну, может, он ждал, пока Фил затачит. Бля. Ладно. Судя по нику Sunlight, он сходил на пляж неудачно. Это Sunlight. Ой, лол. Ну, я бы с его лицом и не удивлялся такому повороту событий. Ну то есть это Sunlight решил не это не дописывать правила. Да. Вы должны идти дальше, слышите? Народ, вы меня забыли! Фила назвали лысым из Бигадикс. Ну что, Санлайта позвать в TeamSpeak? Я ему написала уже. Сказал, скоро подойдет.
расскажет нам про свой неудачный поход на пляж. Перемещай и вообще где он интересен. Спасибо за фоллоу. Кто там? Феноменталити. Не, ну нормальный человек говорит, перемещай меня и не зашел в FPS. Привет. Привет. Как на пляж сходил? Классно. А по твоему нику этого не понять. Все на самом деле здорово, но ладно, ник просто веселый такой. Вообще веселый, мы сразу все веселиться начали. Я знал, что всем понравится. Ты знал, что не будет секса, да? Всем все нравилось. О, был мидоскид, все видели? Да. Был просто в огне. Да, с таким пингом еще вдобавок. Но. Бэм. Что, ты попросил слоты ограничить, а, Смит? Да, уже ограничили. Или что там случилось? Тут тебя спрашивают зрители, Sunlight. Тебе задают, зрители задают тебе вопрос. Слышишь? Да. Вопрос тебе задают зрители. Ну, говори. Писюн будешь? Да, давай, конечно. А чё, Minox не сыграл, да, с Фрозом или чё там? Ну ещё нет. Нет, должно было быть. Фроза не было. Не будет вообще сегодня этой игры. Сейчас откроем Shadowlink. Ага. У нас на 0 МСК, ясно, Фрост проебался. Вот у нас... Он прошел, получается, вообще почти без напрыгов, да? Майнекс. Да, по-моему, спекхуд включил? Два раза. А, Смит? Чё ты ягашь? Чтобы у тебя зритель твой, как минимум один, был чуточку счастливее, который все время требует спекхуд. Ну, я тебе могу сказать только, что ты слоупок. Я его минут 10 его назад не уже было? Включил. Ой, ну Фил уже... На 3 поинта отстает Фил уже. У нас же сейчас решающая игра. Возможно, я не смотрел сетку пока. Возможно, эта игра решает, кто выйдет из группы. Возможно, не знаю. Не исключено, короче. Ладно, прямо сейчас посмотрим. Вот знаешь, что я слышал из того, что ты сказал? Не знаю. Неизвестно, не смотрел, не знаю. Лёха уже в лодке. Так, фасткапан, да? Что там у нас получается? А, у нас получается, пока что выходит Frostnation, MZN и Кек. Так, Кек 2 победы, 3 поражения, MZN 2 победы, Frostnation 3 победы, Minox. MZN сегодня, кстати, поражения. Проиграл. А, этому Minox, да? Да. Frostnation там доиграется с Minox'ом.
короче, похоже, Frost Nation 100% выходит у нас, да? Не знаю. МЗН, наверное, выйдет тоже. И вот Фил или Майнекс. Решаем. Решающий судьба. Ну, Фил сильно хуже идет, первый как-то. Ну, тут уже... Тут уже вообще Филу придется потеть, чтобы победить. Но это возможно. Слышишь, Сан, а ты не хочешь подключить наушники, чтобы мы не слышали себя? Ну, если сильно, сильно мешает, то я могу сделать это. Сделай, мешает пожалуйста. Сильно? Окей, ладно. Хорошо, Поки, ради тебя. Спасибо. Не доходит Фил, как бы как-то. Двести очков составляет уже разрыв. Кто-то вот мне помнится в чате хотел болеть за Фила. Потому что он не болел почему-то за Шада и за Володю, он хотел болеть за Фила. Не помню кто, но сейчас есть такая возможность. Катя, тебе там встречаться предлагают в чате. Я вижу. У тебя есть парни. Адольф нас, ну что ты сдаешься так сразу? А что там Адольф? Ну, он просто сдается, он... Слабак. Девушки любят напористых, ты это... А кого он там надо добиваться. Кого добивается? Фанлайт, может, подскажет тебе? Фанлайт уже это... Судя по твоему нику, ты ничего не сможешь подсказать. Это просто ник для смеха. Мне он нравится. Ну в каждой шутке есть доля правды. И судя по всему, в твоем нике это последняя конечно, доля твоего ника. Правда, это первая. Нет. Ну и да, ну в принципе. Сегодня. Ладно, не важно. Короче, это. Смысл в том, что. Сегодня со мной это нереально. Адольф там что-то вообще гофрит. Окей. Главное, что вам весело, все. Остальное не важно. И мне весело тоже. Ой, Майнекс ловит. Сейчас Фил должен собраться. Фил, давай. Все, мы в тебя верим. Я вообще нисколько в тебе не сомневаюсь. Он тебя услышал. 228 хп оставалось у Ханта. Я ему сейчас в личку напишу и все, могу. Че, звони ему в стиме, в чат. Не-не. Вот смотри, видишь? Эту карту вообще, по идее, можно пройти. Нормальным, с нормальным бонусом. Такой вот пинг, как у Фила, он, например, не остановил бы вообще ни на каплю Карримана или еще кого-то. Вот 100%. Ладно. Все, Майнекс лег. Очередь Фила затаскивать эту карту, берет он магнум. Да, чтобы затащить. Две шотки. MLG скид, все. У Майнекса лопается мораль и все. И Фил побеждает. И Фил выходит в полуфинал.
Смотри, аккуратно идет, аккуратно. Он знает, что охотник где-то рядом. А, то есть у тебя после групповой стадии сразу полуфинал начинается, да? Конечно. Нормально. Правда? Ну нахуй там эти. Ой, короче, ну зачем Адам? Одна восьмая, одна четвертая. Мне понравится больше всех два человека из всех. Те идут сразу в полуфинал. Судя по твоей последней объявке, где там ты написал. Я не помню, что уже писал там. Ultimate Showdown? Или чё? Да, что-то такое. Ну я ж не зря Керримана и Снайпа в одну команду, в одну группу определил. А, то есть ты еще это, не рандомно распределял по группам, а по своему усмотрению, Господи, понятно. Господи, конечно, блин. Сначала фавориты, потом темные лошадки, понятно. Потом... Светлые лошадки. Потом аутсайдеры. Господи, кто так не делает, тот херовый админ. Обычно наоборот, рандомно все делают. Распределяет. Давай сделаем группу, там будет МЗН, Керриман, Снайп, мощный американец и еще два мощных. Господи, я вообще не понимаю таких админов. По-моему, они умственно отсталые дебилы. Вот особенно Cup Sunrise. Блять, Sunrise. Summer Paradise, который здесь девочка-мальчик, который сейчас идет. Вот там одна группа, там просто 5 человек. Просто там йоты всякие, мира, меры, похуй. А другая группа там из сильных только там, не знаю, Кнокси и еще кто-то. Все. То есть группы должны быть вручную созданы. Ну, по крайней мере, фавориты распределены вручную. Потому что иначе хуйня получится. Фаворитов много не должно быть в одной группе, чтобы они не вылетели раньше времени. Ну, это так. Если захочешь свой кап сделать, я тебя научу. Ты смотри, он скидит в одну шотку просто. На этом месте он проигрывал уже. Ой, он уже схватил много тычек. Короче, Смит, Поки, говорите, а то я вас тут это, своей харизмой уничтожу. Мы держим кулачки. Держи. За Фила. Да Фил справится. Фил же сильный. Да, конечно. Sunlight. Да. Тебя обещали в чате тебе побить там, если ты будешь на меня наезжать. Ой, да ладно, приходите. Приезжайте ко мне в Сибирь. Разберемся с вами. С кого ты города? Пообщаемся. Иркутская область. Совсем залупив какой-то. Ну, типа того. Ну, хотя как. 50 тысяч жителей. Не совсем деревня. Но и не мегаполис, так сказать. Что за ханты? Они застревают. Стена. Катя, ну дай шанс Адольфу. Смотри, надо включать спекхуд сейчас, чтобы смотреть. Что, тебя не просит, что ли, никто? Ты реально наговариваешься там на Адольфа. Кого Адольфа? Кто-то у тебя бить будет, если ты будешь на меня наезжать. Ой, ладно, Адольф. Боже, вы просто посмотрите, только с каким бонусом только, идет Фил. Только будь со мной нежным, пожалуйста. Посмотрите, с каким бонусом идет Фил. Надеюсь, он сейчас не словит тычку и... Вообще, о, боже. Мастер. Фил затащил эту карту! Да не ори ты! На сотку почти! Смотри! Просто смотрите! Если он не расслабится, он выиграет эту игру. И у Майна... И, наверное, выйдет из группы... Да? Или он проиграл Кеку? Короче, Фил в любом случае молодец, Фил мой герой, все. Несмотря на то, что у него GTA головного мозга и ДЦПшная ава. Отличный админ, ты просто из себя замечательный. Сказал человек, который ставит постоянно какие-то ники. Которые... Да он думает, смешные. Веселит. Специально, чтобы поднять настроение всем. А то вы такие хмурые сидите тут, еле как комментируете, там Адольфа кого-то обсуждаете. Тут уже просят тебя выкинуть. Классно. У них свой собственный спрей появился у рэгбоев. Классно. Ты заметил, Смит? Ой. Ой-ой-ой-ой. Ну все равно сотка — это классно, то, что у него есть. Давайте комментируйте, я помолчу, давайте уже, ладно. Да мы тут вот это, Майнекса комментировали против МЗ, но вообще без тебя не справлялись, представляешь? А чё там было вообще? Весело? Да. Там Майнекс, короче, не знал, как ивент запускать на Дестоле. На... где там церковь? Да ну.
Да, он тупо стоял возле дверей. Покорить его за... И типа такое, что надо делать. Ему потом сказали, и пока он, короче, тупил и думал, что делать, он словил две плюхи от хэнта. Да. Санлайт, ты шутку ухал, Гриза. Какую? Да вообще, это вообще шутка. Головного мозга. Это вообще рэгбаевская шутка, и моя теперь тоже. Ну вот это не из рэгбая. Вы права не зарегистрировали свои авторские мне, так что все. Отлетайте. Да, вы заметили, Сан все ворует. Перед этим что-то да? Он там уже общее с кем-то. Сан вообще вор какой-то, я не понимаю, как таким можно быть. Надо про тебя что-то написать. Аналитику какую-то. Ну, напишите. Напишите про меня, что я невероятный, что я классный и прочее. Да не. Нет? Ну ладно. У нас объективная будет аналитика, в отличие от тебя. Поэтому мы не сможем такого написать. Ну ладно. Хорош, Фил. Ну, походу, Фил уже победил. Сынуай, ты хочешь сыграть один на один с хот-догом? Что? С Джасугом хочешь один на один на ножах? Нет. В реале. Может, он... Я бы сказал, с кем я хочу сыграть один с один, но я промолчу лучше. С кем? Это секрет. Может, там с каким-то керрименом легким или снайпером? Не-не. Ты смотри, что делает Фил. Ты видел, Смит? Да, потрясающе. Что он делает сейчас? Обходит? Куст обходит. А, типа так интереснее. Ясно. А, так круче даже. Окей. Логичнее так даже. Давай, убивай его! Хорош! Он просто заходит с бонусом и... Если Майнекс хотя... Блять, попал. Ноу, сейчас ловит и все. И минус мораль. А, не успел. Изи! Ну сейчас Майнексу придется вообще потеть. Он одну тычку словит и все. GG. Я не понимаю, как МЗН ему проиграл. МЗН же. Ну, он вообще без шансов ему проиграл. Это такая-то странная игра. Мне кажется, мне казалось, МЗН один из этих, один из сильнейших. Ну, в 1x1. МЗН очень слабо играл. Может, он на солнце перегрелся? Возможно. Кричалка в честь Фила. Лысый из Гридбай вперед, Майнекса пусть разъебет. Классно. Вы-то будете стримить Кэрриман против снайпа? Да, а ты будешь? А этот, я не знаю. А, да, я точно буду. Да, я буду. Этот, я не знаю, да, я точно буду. А Райана против EF, он же диско, будете американцев стримить? Чуть неохота. Ну ладно, я тогда буду стримить. Мы только мощных будем. Так Райан-то мощный, он самый интересный. Тотальный бист из Южной Америки. Вот тотальный бист, что это значит? Тотальный бист, вот что ты вот, то, что Total сказал? Тотал бист переводи, блять. Английский учи, сука. Ты точно сейчас пойдешь вон из тимспика? Нет уж. Я Покки завербовал, так что я вернусь. Все. Катя, кикни его, пожалуйста, чтобы он не вернулся больше. Ну, короче, этот, Райан, он выигрывал 1x1 капы уже, он очень мощным считается игроком 1x1, как минимум 1x1. Он даже в Европе сировский кап кого-то там выиграл. Вау. Потом, хотя у него там был красный пинг, и с ним вообще Unreal выиграть кого-то с зеленым. Mm-hmm. И против него играет EF, он же диско. Ну, я не знаю, чем он мне так понравился, но он, короче, сказал, что он меня добавил, такой говорит, «Man, can I join your 1v1 cup?» Я такой, «Yeah, why not?» И он такой говорит, «Because I feel like I can beat everyone here». Ну я так подумал, о, блядь, ну этот парень уверен в себе, значит он... Значит, уверенность в себе... Ты можешь уже прекратить материться и орать просто? Я не вообще не матерюсь. Ты орёшь и материшься. Я просто чуть громче разговаривал. Тем временем... Короче, они мощные ребята, и Фил натыкал Майнекс уже так нормально. А, все, Фил победил. GG, ливаем. Фил победил. Фил одержал легендарную победу. Каждый час ты слышишь новые 5 минут живого звука. Летний
сезон на радио Ультра. Эх, жаль, Йота не присоединится к моему капу 4x4 Hunters. Великая потега. Своим нон-стопом. Ну, не знаю. Я не знаю, что делать с 4x4 Hunters. Надо, наверное, больше команд. Закрывать. Когда было 8 команд, я вообще знал, что нужно делать прям конкретно. А сейчас, когда там 13 или 14 или сколько... Сейчас ты видел, какие там команды зарегались? Нет. Там зарегались Лихтенштейны, там зарегался Аполеон, считай. Там зарегались тоже мощный американский микс. Там, блядь, даже азиаты есть. Короче, Sunrise надо только еще в Азию распространить, и вообще нормально будет. И в Америку больше. Так, в Европе, в Раше, наверное, уже все знают. Я позаботился об этом за эти недели. И Визор особенно позаботился. О чем позаботился? Объявками там. На тебя. А, ну ладно. Ну да, он тоже помогает же. Ну чё там, GG? По идее. Да. Что, поздравляем Фила с победой. Да, поздравляем Фила с победой. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на стрима. Подписывайтесь на... Блин. На Смита, подписывайтесь на меня, SunLefAD2. Вступайте в группу, говорите о них друзьям. И приглашайте всех твоих. Я уже вырубил стрим, ты зря говоришь это все. Ладно, неважно. Да шучу, я не вырубил.